Почему ты ее раздавил-то? Почему ты его давил? Ответь сейчас! Ответь сейчас! Почему ты давил-то его? Почему ты видел, он стоит на проезде? Почему что давил-то? Скажи! Не оспаривая вины своего подзащитного верности квалификации содеянного, считаю данный приговор чрезмерно суровый, подлежащий изменению. Уважаемый суд, вы должны учесть нашу боль, наши страдания. Мы остались одиноки, мы никому не нужны. Понимаете, в этом возрасте, у меня возраст, у нас никого нет. Уважаемый суд и господа присяжные. Присяжные у нас тоже. Ой, простите. Уважаемый суд. В первую очередь хотелось бы еще раз извиниться перед родителями погибшего. Я соболезную, всячески старался помогать и по мере возможности общаться с ними, выходить на контакт, но как бы не хотят. Вот, приношу им еще раз извинения. Не прерывайте. Соболезную. Всячески помогал. По мере возможности, да. Как сказал мой подзащитный, прошу сильно, строго не наказывать, по возможности применить статью 73. Не дали, никуда он не скрывался. Он был трезвый, и всех спешили. Летала убить. Чего? Трезвый? А зачем вы, Мария Митрофановна, отправили его ночью? Как же это правда? Ничего. Как же правда? Ничего, скажи. Руководствуясь статьями 389.2.28.33 УПК Российской Федерации суд апелляционной инстанции постановил приговор Советского районного суда города Воронежа от 1 июня 2020 года в отношении Гомозова Игоря Сергеевича изменить, смягчить назначенное дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами до 2 лет 6 месяцев. До 2 лет 6 месяцев. Месяц, когда мы похоронили ребенка к нам, и только возбудили уголовное дело, вот я говорила там, значит, 9 октября возбудили, и только 19-18 позвонила мать его, выражаем соболезнования, можно с вами встретиться. Я говорю, где же вы были? Где вы были? Когда мы падали, умирали, их ушли, я пришла в морг забирать его, я в сознании там потеряла. Ушел у меня сын Володин Павел, а пришла через сутки, мне дают тело, номер 6500 какой-то. Уже не мой сын, все лицо все разбитое, дутловатое и все. Уже это же не сын, а тело. Понимаете? И их не было месяц. Их не было. И только когда вы возбудили уголовное дело, нельзя было скрыть смерть. Так они, все, что можно, я считаю, они скрыли. Скрыли, да. Защищаю друг друга. Жутко, жутко мне, нам его не хватает. Все напоминает о нем, все. В доме, все его вещи, записки. Мама, я у Жоры там, или мама, я поехал к Антону.